рядом с нами стоит автомобиль, с которого приглашают киевлян, гостей столицы, посетить резиденцию, бывшую резиденцию бывшего президента Януковича. И это на самом деле вот, ну, тот самый как раз таки наглядный пример краха диктатуры, власти, когда люди могут поехать, и я думаю, что мы тоже к этому придем, и когда-то назарбаевские резиденции будут показывать людям как предмет очумелого безвкусия, глупости, транжирства, человеческого жадности и так далее. Потому что, ну, то, что вытворяют вот эти люди, а наш Назарбаев, ну, в смысле, президент Янукович по сравнению с Назарбаевым живет как местечковый аким. Поэтому мы все в ожидании, когда наступит тот момент, когда сможем также устраивать экскурсии в его резиденции. Я думаю, он наступит. Одно из зданий, которые пострадали во время революции достоинства, во время сопротивления мирных граждан с полицией. Конечно, происходили разные бои. Полиция пыталась захватить здания, в которых обосновались митингующие, пытались их также поджечь. Пока Янукович был при власти, он имитировал евроинтеграцию. Все как бы шло к тому, что мы подпишем ассоциацию в ноябре 2013 года, но потом Вильнюс, и ничего не состоялось. Очень сильным был момент, еще когда был первый самый разгон Майдана, да, когда просто студентов ночью подняли, избили и выгнали с Майдана и стали устанавливать елочку. То они тогда бежали по городу, да, поднимались вверх с Майдана на Михайловскую площадь и стали стучать в двери Михайловского собора. Им там открыли среди ночи, их впустили, и после этого двери закрыли, а Беркут уже бежал за ними, и он не осмелился зайти в собор. Не осмелился, как бы, ну, какой-то преградой был для них все-таки это духовное место, да, и это их остановило. И вот для меня лично это был такой сильный очень эпизод. Каждое движение власти, каждая попытка закрутить гайки отмечалась новыми и новыми волнами протестующих. Так больше и больше людей приходило на Майдан, больше и больше людей помогало простым митингующим. Люди, которые, например, были не из Киева, да, и не было где жить, они либо в палатках жили, либо их просто принимали киевляне у себя дома, да, давали им помыться, давали им, приносили им еду, привозили прямо целыми машинами. Когда уже были вот эти бои настоящие, да, когда привозили шины, в СТО свозились шины, чтобы сжечь, чтобы не дать стрелять по людям. В принципе, все к этому шло, да, потому что начали стрелять еще до смерти Нигаяна, да, погибшего на Майдане. Уже до этого были сведения о том, что Беркут стреляет, уже были показаны гильзы, уже давно избивали до полусмерти людей и журналистов, и всех дубинками, и выставляли на мороз голыми, мы тоже видели эти кадры. Это было, конечно, очень больно, это было поразительно. Когда разгоняли Майдан, когда 10 декабря был один из разгонов, тоже стояли в первых рядах,
как-то пытались все-таки объяснить силовикам, что это никакие там не террористы, не экстремисты, да, а нормальные люди, такие же, как и они. Ну, потому что силовиков очень сильно дезинформировали, да, они, их отдельно держали вообще, да, от населения и просто вели пропагандистскую работу с ними. Они были уверены, они искренне были уверены в том, что на Майдане стоят экстремисты, что их нужно, очистить от них Майдан. На духовенство пыталось как-то повлиять на них. Ну, не только духовенство, тоже простые митингующие, особенно женщины, особенно старики подходили часто к Беркуту. Кто-то давал какие-то цветочки, кто-то там еще как-то помогали, даже кормили их, я помню. Беркут не хотел пачкать руки в крови. Никто не хотел начинать стрелять. Все боялись ответственности, да? Боялись, что их потом это осудят. И, в общем-то, это из-за недоверия той же власти. Сам Беркут не доверял своей власти, которую защищал. И поэтому отказался. Ну, как отказался? Много кто отказывался. И даже были сведения там, да, у Сони Кошкиной в книжке, например, о Майдане. О том, как глава милиции, или, не помню, кто это был, просто не хотел разгонять, отказывался. Очень долго Янукович там, как бы, просил, чтобы он уже решил этот вопрос, да, с Майданом, неудобный для него. А он все никак не решался действовать. Когда перекрыли метро киевское, впервые в истории Киева. Более чем 50 лет перекрывают все метро. Город весь останавливается. Никто не может добраться до дома. Беркут начинает захватывать дом профсоюзов. Дом профсоюзов горит. Это был в доме профсоюзов, находился штаб Майдана. Это было, конечно, очень страшно. Переломный момент вот именно произошел в ту ночь. Потому что Майдан в ту ночь после ультиматума выстоял. Я думаю, что это был политический абсолютно приказ сверху. Януковичу уже надоело терпеть, он хотел показать силу, как Назарбаев показал, уже на Майдане. Под предлогом празднований тоже решил всех разогнать. Побег, да, за которым вся страна следила через новости. Это, наверное, было такое... Во-первых, это было облегчение, потому что это уже была, по сути, победа. Януковича уже Верховная Рада отстранила от должности, да, за неисполнение своих конституционных обязанностей. И он просто бежал, да, и был уже вопрос в том, не в том, выиграет или проиграет Майдан, а в том, поймают Януковича или не поймают. Критическая масса, сколько это людей, но об этом тоже как-то смешно сказал Лесь Подорвянский, да, о критической массе, сколько должно быть людей, но он сказал, должно быть дохуя людей.